Спасательные службы Чувашии принимают участие в масштабных всероссийских командно-штабных учениях, которые стартовали сегодня и завершатся 14 апреля. Вопросы, которые отработают в течение 3 дней, коснутся защиты домов и населения от весеннего половодья, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. Особое внимание в практической части занятий уделят работе аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Чувашской Республике при ликвидации условных чрезвычайных ситуаций. Наибольший риск неблагоприятных сценариев с вероятностью более 75% прогнозируется на территории большинства муниципальных образований республики. Возможно подтопление низководных мостов, низменных дорог, местности и пойменных территорий. Существует угроза подтопления населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры, экономики и транспорта. Наряду с этим в регионе начинается и пожароопасный сезон. С наступлением теплой погоды возможно возгорание сухой травы и мусора, возникновение лесных и природных пожаров. В большинстве случаев их причина – человек. По результатам космического мониторинга ежесуточно на территории республики выявляется более 25 термических точек. В целях снижения рисков и последствий возникновения чрезвычайной ситуации предлагаю ввести режим повышенной готовности на территории Чувашской Республики для органов управления сил территориальной подсистемы Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации с 12 апреля 2022 года до особого распоряжения.